В Мозырской городской больнице сегодня торжественно открыли кабинет рентгенокомпьютерной томографии. Этого события мозырская медицина ждала с нетерпением. Современное оборудование – это новые возможности в диагностике множества заболеваний. Поставка томографа осуществлена в рамках программы стратегической готовности и реагирования в отношении COVID-19. Оборудование закуплено за счет займа Международного банка реконструкции и развития. За средства областного бюджета проведена модернизация помещений под его установку. Я вам скажу, за прошлый год мы 108 миллионов рублей только дополнительно выделили на систему здравоохранения. И не говорю на те направления, которые мы сегодня развиваем. И то, что, может быть, каких-то определенных наших медицинских учреждений это не коснулось, определенной степени обеспечения, но модернизация, обеспечение теми иными новыми оборудованиями, мы в первую очередь ставим задачу перед госполковым и себе, для того, чтобы все наши учреждения были обеспечены, потому что это здоровье населения. В Мозыре в 2020 году на здравоохранение выделено около 4 миллионов рублей. Половина этих средств направлена на оснащение подразделений современным диагностическим оборудованием. В этом году, конечно, больше внимания будет уделено здравоохранению. Как созданию комфортных условий для того, чтобы мы могли принимать пациентов, так и для них лечения. Я хочу прежде всего вам сказать огромные слова благодарности за ваш труд, за то, что вы проявляете мужество, инициативу и всегда стараетесь улучшить состояние здоровья наших граждан, не только Мозырского района, но и всего Полесского куста. Установка нового компьютерного томографа сделает обследование более доступным. Это особенно важно в условиях работы с коронавирусной инфекцией. Тем более, что Мозырская больница оказывает помощь жителям целого региона. В связи с эпидемиологической ситуацией, которая сейчас есть в мире, конечно, в Республике Беларусь, это даст нам возможность ранней диагностики заболеваний легких. Также мы сможем использовать новый компьютерный томограф для диагностики других патологий. Медики Мозырщины, они будут работать не только на Мозырский район, но и будут выполнять функции межрайонного центра и оказывать диагностическую помощь всему Полесскому региону. Это второй компьютерный томограф в больнице. Первый работает с 2007 года и уже морально устарел. Новый – самый современный. Благодаря ему можно диагностировать заболевания на более ранних стадиях. Особенно это важно для выявления онкологических опухолей, нарушений системы кровообращения, поражений легких. Установка нового РКТ поможет в некоторой степени решить проблему охвата населения современными методами диагностики. Кто-то планово, попозже, но этот аппарат позволит более качественно и затратой меньшего времени проводить исследования. Квалифицированные специалисты важны не меньше, чем современное оборудование. Анастасия Чеснокова – гомельчанка. 3,5 года назад попала в Мозырскую горбольницу по распределению. Прошла специальное обучение. Говорит, что работать на оборудовании такого класса – настоящее удовольствие. Данный томограф имеет 64 среза. Если сравнить с нашим предыдущим томографом, у него было только 6. То есть можно сказать, что мы перепрыгнули через 2 поколения томографа. И это расширяет диагностический диапазон, дает нам возможность овладевать новыми методами исследования, проводить виртуальную колоноскопию, виртуальную бронхоскопию, коронарографию с ЭКГ-синхронизацией, то есть различные виды ангиографии. Повысилось качество изображения, что также важно в работе врача. Исследования стали проводиться более быстро, что тоже важно для пациента. И дозовая нагрузка осталась на прежнем уровне или даже немного меньше. Качество, скорость, широкий диагностический диапазон. В ближайшее время кабинет РКТ начнет принимать пациентов. Новый компьютерный томограф вскоре начнет работу и в соседних Калинковичах. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».